Программа Дня Победы во Владимире насыщенная. В 2024 году празднуется 79-я годовщина Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Тематические мероприятия во Владимирской области включают в себя концерты, парады, выставки, спектакли и многое другое. Однако одно из самых главных событий – акцию «Бессмертный полк» – в этом году перенесли в онлайн-формат. Тем не менее, в честь Дня Победы пройдет автопробег. Сбор участников состоится на парковке у торгового комплекса «Лента» в 11:00. Старт автопробега ровно в полдень. Организаторы мероприятия сообщают, что принять участие может любой желающий и с собой желательно иметь знамя Победы или флаг России. На площади Победы у мемориала «Вечный огонь» пройдет торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов с участием первых лиц региона и города. Отгремят во Владимире и несколько концертов. В областной филармонии будет программа «Песни «Весна. Победа». Выступит ансамбль «Родные». Напевы. Песни военных лет будут звучать и в загородном парке. Он превратится в весеннюю музыкальную эстраду. Гостей, детей войны и, естественно, ветеранов поздравят творческие коллективы города. В Доброграде 9 мая также запланировано масштабное мероприятие. В День Победы в парке Доброград пройдет большой патриотический фестиваль. Для гостей подготовили насыщенную программу, тематические локации, выставку техники, лагерь ВДВ, историческую реконструкцию боя, полигон и оружейный тир, аллею героев Великой Отечественной войны, полевую кухню, концерт и праздничный салют. Все площадки работают с 12 дня до 7 вечера. 10 мая культурная программа, посвященная победе в регионе, продолжится. Состоится масштабный велопробег. Велоклуб «Владимир» совместно с Федерацией велоспорта Владимирской области организует традиционный пробег, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Велосипедистов ждут 10 мая. Участники планируют посетить три города – Владимир, Камешково и Ковров. Протяженность маршрута 88 километров. Сбор на площади Победы у мемориала «Вечный огонь» в 9 утра. Старт в 10 часов. Регистрация обязательно. 10 мая в парках Владимира также будут проходить различные мероприятия. Например, в Центральном парке можно будет поиграть в молодежную военно-спортивную игру «Зорница». А в парке «Дружба» состоится программа «Их трудом ковалась Победа». На сцене выступят певцы и танцоры. Дарья Полищук, 6 канал.